Привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». Вот скажите, соус песто слышали, наверное, все. Вот. Но готовил его кто-то сам. Обычно мы привыкли покупать его и использовать. Я вам покажу рецепт, как можно самому сделать соус песто. Ну, для этого нам понадобятся листики самого базилика, главный ингредиент, оливковое масло, соль, вот такие вот орешки кедровые, немножко чеснока и твердый сыр. Готовить мы будем сегодня в термомиксе, то есть рецепт для термомикса. Также в ходе я расскажу, как все то же самое можно сделать и без него. Итак, начинаем. Как я уже сказал, мы будем использовать термомикс. В принципе, все то же самое можно сделать в обычном блендере. И первым в чашу мы закидываем сыр. Чтобы соус получился вкусным, очень важна именно количество, то есть точное количество ингредиентов. О нем я напишу в описании к видео, что, чего, сколько надо. Вот. В нашем случае мы используем сыр пармезан. Закидываем его туда. Здесь встроенные весы, что очень удобно. Ты знаешь, какое количество ты бросаешь. Вот такая стружка получилась от нашего пармезана. Дальше по рецепту идут кедровые орешки. Закидываются прям туда. Так, добавляем еще чесночок. Ну и главный товарищ соуса песто — это листики базилика. Как я уже сказал, все это измельчается. Следующий этап — мы добавляем оливковое масло. Ну и в завершении все это дело мы посолим. Итак, последний штрих – соль. Теперь все это дело закрывается и перемешивается. В оконцовке выходит вот такой вот классический соус песто. Ну что, друзья, попробуем соус. Пропорции соблюдены. Напомню, его можно использовать при приготовлении любых макаронных блюд, вернее, при подаче. К мясу, к рыбе я пробовал, тоже очень вкусно получается. Да просто чуть-чуть на хлебушек намазать и покушать. И всегда все, что мы делаем своими руками, намного вкуснее покупного в магазине. Итак, да, самое важное. Хранить надо в холодильнике. Мы сейчас закроем крышкой и поставим в холодильник наш замечательный соус песто. Ну а вы, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!